17 мая 2021 года около 3 часов по адресу Калининское шоссе, дом 8 города Торжка автоинспекторы заметили, что водитель одного из автомобилей ведет себя странно. При виде проезжающего патрульного автомобиля ППС по другой улице водитель остановился и погасил свет фар. Автоинспекторы решили проверить состояние водителя, как позже оказалось, не напрасно. Передвигаясь за подозрительным автомобилем по одному из путепроводов районного центра, полицейские поняли, что водитель с большой долей вероятности управляет автомобилем с признаками опьянения. За путепроводом автоинспекторы потребовали водителя остановиться, но тот законные требования полицейских не выполнил. Преследование прошло по улице Мира, Пролетарской, Дзержинского. На одном из поворотов водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – стену дома. За рулем машины находился 32-летний житель города Торжка. В результате ДТП незначительные травмы получил он и пассажир автомобиля ВАЗ – женщина, которая находилась на переднем пассажирском сидении. От водителя исходил сильный запах алкоголя. При прохождении освидетельствования на состояние опьянения алкотестер показал результат 0,97 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха. В отношении водителя оформлен ряд административных материалов за управление транспортным средством в состоянии опьянения, неиспользование ремня безопасности, отсутствие полиса ОСАГО, неостановку на требования сотрудников полиции, нарушение требований дорожных знаков и разметки. Автомобиль эвакуирован на специализированную стоянку.